В Югре провели новогодний автоквест «Ночной турист». Приключения на колесах организовали в Сургуте, Нижневартовске, Покачах и Ханты-Мансийске. Каждый из городов определил своих победителей. Автоквест объединил по 4 команды. Им предстояло, передвигаясь от точки к точке, выполнить задание разной степени сложности. Разгадав загадку, определить координаты и добраться до места назначения. Когда на автомобиле, а когда и на лыжах. В общей сложности на испытание ушло больше 2 часов. Лучшие команды приняли участие в финальном испытании в Ханты-Мансийске. Здесь организаторы составили задание так, чтобы команды местных жителей не имели преимуществ перед гостями. Вопросы охватили особенности всего региона. Город решил первый раз попробовать данное мероприятие. Нам его предложил департамент промышленности Ханты-Мансийского округа. Ну а мы, как люди молодые, энергичные, управление культуры, спорта, молодежной политики, решили, что нам нельзя отказываться и решили принять участие.